превращается в 3D постепенно. Спасибо за то, что на крышу высадил. Да пожалуйста. Я опять не целился, чувак, честно. Они еще и справа, походу. Это боты. А боты, короче, они все в клоунов одеты. Я ри. Капец, на каком втором этаже, чувак? Ну как это? Ну, убивай второго быстро. Хорош. Живи, ты чё? Да сейчас винтиками там, что там у меня есть. Меня нокнули. О, да это команда. Ну, сейчас вдвоем будете заходить. Граната. Все, ты минус, да? Не. А, да. В смысле, не, если граната, то минус, по идее. Не, я думал, пролетела мимо, но нет. Если нормально начнем. Корова наша. Да. Но нам надо дважды выигрывать, чтобы вернуть теперь двух коров. Опа, чуваки, вижу. На 300. Но, походу, бот слабенький. Одетый не как бот, но стрелял как бот. С какой стороны они? Они в доме. Сейчас, подожди, на улице вроде. На улице то ли в доме, я что-то, я... Капец. Я сам теряюсь. Ага, все, вижу. За домом. На горе еще. Ну это был бот. Стрелял слабенько, но... Сейчас надо затариться. Чувак, давай берем этот бронированный вазик и валим. Чувак, кто-то едет. Есть. Пока не вижу. Убил. О, даже 8 киллов. Красава. Ну я с тремя, для меня это потолок. У нас зона, чувак. Капец, побежали быстрее. Капец, мы завтыкали. Так ты еще и живой, красава. Я тупо добежал. Все, ребят. Либо топ-2, либо топ-1 сейчас будет. Сейчас мы можем вернуть одну корову. Останется вернуть еще одну. Ну, данная каточка вообще на тоненького, конечно. Спалился? В смысле? Правее, еще правее. Ты что, дурачок? Ты что, дурачок? Зачем ты это сделал? Он там правее вроде был. Зачем он это сделал? Я перепутал с каким-то камнем или чем-то еще и... Или он читер? Да нет, тебя просто в кустах тут было видно. Ну, ничего, топ-2. Макисон спидранер. В смысле? Да не, мне кажется, он уже вылечился. Покашливает еще немножко, но в целом уже нормуль. Ты неадекватный вообще. Ух ты, костюмчик. Как бы мне его забрать? Посмотрите на эту красавицу. С крылышками. Я лечу. Да вы, батенька, упорот. Даже не запоминаю, какая из них за что отвечает. Вот М16 сейчас у меня. М16А1 и М416. Еще один бот убит. Да.
Да ёлипали. Подтверждаю, в этих домиках люди. Я метку на них ставил, чувак. Ну как так-то? Максим играет в кустика. Кустика, я так сижу. Пахнет. А тебя тот же чувак снял, что и меня. Общительная личность. Достижение общительная личность. О, секси. Ну теперь две тёлочки, два парня. Это командочка. Причем два брата-близнеца. Где-то я уже видел такой фильм. Там тоже все так начиналось, да? Серьезно? Он там ползает уже. А кстати, эти энергетики пить нельзя в машине. Ну да, да, это ж реализм. Как же ж пить на машине в ходу, ты чё? Это нереально вообще. Не вылазь. Блин, граната. Обалдеть, обоих. У тебя 4 лайка. Ну оно и понятно. Но я не накручивал. Накрутка. До 4 лайков. Сколько бабла вложил. Ковородка. Слушай, мне нравятся вообще твои подписчики. Вот как-то так получается, что даже когда ты не пишешь, там, катаюсь под песотой, там, и прочее, они такие, чего? Что, так и говорят тебе, да? Чего? Виталины подписчики живут через дом напротив, да? Все причем. Там это... Чувак, дом интернет. Слышишь, я клад откопал. Возвращаюсь. Так, сзаду пришли. Слышу выстрелы, чувак. Ух ты, а их двое, с двух сторон. Это боты. Ну, первый, по крайней мере, точно бот. Да я хз вообще, вон тоже чуваки слева едут. Стой, чуваки. Вырубил. Слушай, прикольно, а вообще в оригинальной игре типа не было этого прикола с лопатой. Я это первый раз увидел. На самом деле. А прикол с управлением всеми при прыжке? А, это они сдерли с ореха. А. Я думал, с березы, нет, с ореха. С ореха, да. 100% это с ореха. Любимый рожок. Пирожок. Где? Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. 800 метров. Enemies ahead. Кисон, дай ему стену, пусть убьется, патронов жалко. Да кто кому дать стену? Дай подумать. Ну, ты высадил меня на крышу, на которой вообще ничего нету. Главное, что я на крышу упал, на ту, которую надо. Молодец, я так и думал. Вот это командная работа, ребят. Когда вот это да. Капитан заботится о себе, а остальные, как мыши, должны разбегаться и думать о своем спасении. Возле меня люди. Возле меня люди тоже. На СЕ где-то. Оу. Батяра завалил. Кнокнул, точнее. Ты ж вообще помнишь, как мы с тобой познакомились?
Шапка вторая здесь. Где? Если надо кому-то. Давай. Вот тут на крыше лежит. Короче, рассказываю, как мы познакомились с Макисоном. Я был на вокзале. Ко мне подошел такой... В лохмотьях. Бомжеватого вида. Да-да-да, бородатый мужичок. И говорит, дай 5 копеек на хлеб. Ну, я думаю, вроде не жалко, дал ему 10. Ах ты, сучка. Да, а он говорит, ну ты ничего не подумай, я вообще человек богатый. Я, говорит, в пупки играю уже лет 5. Говорит, кто стреляет? У меня куча кто подписчиков. Стреляет? Завалили, да? Ух ты. Вижу. А ты отдельно на машине? Подъедь к ним, чтобы они не это... Сейчас. Я с тобой в машине сижу, ты чё? А где четвёртый? Вот, все тут, ты чё? А куда едем? В зону. По белому пунктиру. Так, так скучно просто ехать в зону. А, ну окей, давай. Давай тогда не в зону, чё. Ну, это в синюю, чувак. Нравится. Нам надо в синюю ехать. Объезжай левее, там вода. Левее, это право. Пока все тихо. Есть чувак на 355. Кнокнул. Далеко? Далековато, но я его сейчас добью. Все. Вы чё? Кто это? Лекс выскочил. А, он на мотоцикл. А. Ну ладно. Ну, мой нахт этого суицидного пати. У нас вообще как стреляться-то где-нибудь вместе гибнем, а как куда-то ехать все разберусь. Все, пацаны, конечное. Воды. Не могу, я не могу от машины отойти. Чуваки, я не могу от машины отойти. Точно. О, отошел. Я кто-то не вижу. Три ползают рядом, я же говорил. Лекс. Лекс, он за камнем, за серым. За вот этим большим серым камнем, он там. Ну, там вот, короче. Я пометил. Я отъезжаю. Угу. Добили меня. Топ-3. Дяди четверых. Видишь, даже не топ-2. А как он туда залез? Один за зону выбежал вообще. Слышь, бога юзер. Это читер, походу. Один вообще бегает за зоной.
Короче, пусть сидит и дальше там. Один за зоной, и мне кажется, пока мы его не убьем, он не попадет в катку. Ну, хай лазит, хули. Я тоже так думаю. The blue team doesn't have a lot of time left. У них там еще один был завис, но я его прибил. Никита пишет, в принципе, поиграл. Пойдет, время убить можно. Будет место, скажи, с вами катану. Я рак, но что-то могу. Топы брал когда-то. В принципе, ты на стриме видел, по идее, айдишку. Добавляйся по айдишке, я Макисону тоже скину, если что. А с какой стороны они падали? За нами? С другой стороны. Ну, на 255, короче. Да, вы меня не слышите, да, Хилл? Слышим, но тихо. А, потом быстро. Я одного... Так, я одного кнокнул. Бля, я не могу понять, почему их так плохо слышно. Двое. Я не могу. Напряжно. Давно не играл. Подобно. Герой 3 уже месяцев 6 играю. Согласись, намного спокойнее, да? Капец, там толпа наркоманов на школу, блин, полетела. С чего ты взял, что они наркоманы? Ты как бабку возле подъезда? Проститутки, наркоманы, да-да-да. Ну, блин, в принципе, когда игра длится 5 минут, это немного стыдно, что ли. Как внукам потом показывать? Блин, а кто-нибудь... Будут потом кричать, дед скорострел. Скар. Да ты давай сливайся и погнали в следующем. Ну создавай, я выйду, если что. Создавай, выйди. Глухоз я создал как-то. Создавай, я параллельно две скатаю. Значит, туда не едем. Не, ну мне кажется, что с музыкой они вот это зря запарились, типа. Ну ее вроде не сильно. Во-первых, музыка отстой. Дави, нахуй, дави. Дави свинью. Хорош. А, это собачка, да? Мне показалось, свинки было. Ой. Ну, два раза это, чтобы не сказали, что случайно. Энзо Коксалоко? Ну, я хз. Блин, ну я не устаю. Красное платье. Потому что пока ты лежал, выглядело неплохо. Ну да. Даже вот пока ты не повернулся, все еще неплохо. У тебя женский персонаж? Да. Или это сисястый мужик? А, не, да. Жирный. Подкачанный. Так, я кого-то вижу впереди. Это мотоцикл. Дави его. Дави его. Ты серьезно? Ты будешь так кататься на машине? Да, я сейчас их вычислю на живца. Сейчас тебя вычислят. Знаешь, как бы, тем не менее, он все еще жив, а мы мертвы. Ну да. Чувак. Вон чувак бежит перед тобой. Давай. И сигналь, когда едешь на него. Крути карбюратор, давай. Он со снайперки, да, целится? Походу. Это, короче, гайд по выживанию на машине. Ну, зато у тебя шортики неплохие. Это юбочка. Лянь, 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 что она творит, а? Да. Кардан проверяет, ну. Вот что-то у вас тут масло в мосту потекло. Срочно нам ТО. Я служил в полицейской форме, и вот на таких УАЗиках мы в армию служили. У нас прям посреди Москвы был кардан отваливался. Влазишь прям в рубашку. Стой, понял? По колени. Дебилом себе. Давай. Было угарно, когда мы один раз задержали какую-то, я лишь не помню, бомжиху какую-то. И она сидела, плакала, мы ее везем в отдел, и у нас творился кардан, и она так сидела.
кидало, типа. Максимально неудобно было, типа. И водила у нас такой грязный, пацан, нам с Белгорода, что был не помню. Грязный весь мылай, рубашка черная, лицо такое же, едем, говорит, дальше. Водила. По мне уже все начинают агриться, уже в двух местах стреляют. Чувак, ну живо еще 36 человек. Но у меня бензина тоже еще много. У тебя сейчас хп машина кончится. Они тебе тупо взорвут машину, чувак. Сейчас я где-то машина спрятан. Дымится, лучше выходи. Блин. В окне на 285. Блять, ну почему, сука, людям, блять, мини 14 падает, мне дробовик, а? Вот, я так же, наша девочка, бегаю. Ай-яй-яй, в доме, он нахуй меня, блин. Короче. Блин, есть белый костюм. А ты там костюмы меришь? Со всех сторон обстрелы. Ну я белые, наверное, одевать не буду, заляпаю кровью. Нашей, наверное, кровью. Ну да, я-то на машине уеду, а вы? А ты на чем сейчас, на УАЗике или на москвиче уже гоняешь? Да я пока пешком. Так, уже ноги болят, надо что-то искать. И это что ли? Я что-то не знаю. О, заходит. Снял. Так, я понял, идет ретрансляция, да, на все сразу? Да. Есть, короче, площадка, рестрим. Ой-ой-ой, ребят, у нас тут толпа. Рестрим ИО, да, как так? Да. Я на YouTube себе справил. Да срань, блять, у меня текстуры не прогрузились, чуваки. Я бы помог, но вряд ли. Первый пошел. Так, вижу типа. Попробую добить. Поменяй сам локацию срочно.